Сколько раз переплакала, но сейчас, по-моему, результат налицо. Хорошо, ставим на, как на кабинет звука у нас. Так, а ну расскажите, какой был у нас праздник? Кто знает, какой был праздник на выходных? Маколая. Маколая? Что, вы даже слышались? Там даже подарочки принес? Да. Честно-честно? Да. А на танцах вы слушаете? Ну, правда? Да. Говорите, да. Да. Подарочки заслужили? Да. Честно-честно? Да. А ну, проверьте, что там этот Николайчик приготовил под елочку.